вас свободно? Стакан воды, пожалуйста. У меня мало денег, все до цента я трачу на поиски сестры, которую похитили. Похитили? Кто? Работорговцы, которые поставляют молоденьких девственниц престарелым папикам на яхты. Боже, какая ужасная история. Позвольте за вас заплатить. Двойной бургер, картошку фри и 2 куска торта. А вам что-нибудь взять? Нет. Тогда 3 куска торта и диет колу. Впечатляет. Я мошенница. Сестры по оружию. Я и не подозревала, как мелко плаваю, пока не встретила тебя. Пенни, почему женщинам аферы удаются лучше, чем мужчинам? Симулировать наш конек? Ни один мужчина не признает, что женщина может оказаться умнее его. О, наверное, дорого. $500 000. Миленько так сверкает. О такой напарнице ты даже не мечтала. Научи меня своим сахарным штучкам. Доставь это в мои покои, седовласый прислужник. Урок 1. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Смотри. Фига себе, ты запросто можешь пустить слезу? А чтоб по щеке потекла? О, о! Попробуй. У тебя что, судороги? Чтобы достичь моего уровня, придется многому научиться. Она готова. В кино с 9 мая. Кто цель? Он IT-миллионер. Значит, миллиардер. Постарайся не привлекать внимания. Осторожно. Спасибо. Дорогу слепому. Вы не могли бы подвинуться? Вы меня слышите, сэр? Сэр. Мужчины нас вечно недооценивают, а мы этим искусно пользуемся. Болваны, она сбежала! Мусорное платье действует безотказно. Отпетые мошенницы. Да начнется битва! Она же это не серьезно, правда? Не волнуйся, милый, она никудышный стрелок. Неожиданный поворот.